Всем привет! Доехал сегодня до места, где растут гранаты. Ну, посмотрел. Ну, мало в этом году гранатов. И они еще такие только-только, даже корочка у них начинает краснеть. Сейчас обойдем, посмотрим. Да, не урожай, похоже, этих гранатов. Рядом деревья с оливками. Оливков много. Крупненькие такие. Попробовал. Но какие они горькие. Даже не понравилось. А я их, и оливки-то вообще не очень-то и люблю. Даже когда я не спелые. Тут же на поле в прошлом году рос арахис. А в этом году растет кукуруза. На кукурузу совсем мелкая. Поздно она здесь посеяна. Я даже не стал смотреть, какие там у нее качанчики. Не, это еще что? Это мелкота. Там одно молочко. Через дорогу растет арахис. Так, сорвем парочку гранатиков. Ну, выглядят на картинке-то, конечно, красиво. А вот это дома, сейчас мы посмотрим, что там у них внутри, как там они выглядят. Ну, взял вот этот, который покраснее немножко. Это бесполезно. Рано, еще рано. Что там? Вот сейчас я его разрежу. Разрезаем. Открываем и смотрим. Ну что, чуть-чуть только начинает краснеть. Попробую. Не, кисловатенькие чуть-чуть. Долго им еще пускай они висят и поспевают. А эти даже не знаю, поспеют или не поспеют, если их так просто оставить. Полежат, посмотрю. Ездил, искал инжир. Ну вот нашел несколько крупных. В основном он весь мелкий, зеленый, осыпается. Ну что, зеленый инжир. Только-только начинают краснеть тут.